Панихира праздника Пасхи Христовой, молитва Честному Кресту и другие священные писания не на страницах древних книг, а на тканях. Именно так свое восхищение и большую любовь к православной культуре выражает художник Вера Колганова. Вот это вот мое писание воском по ткани началось с того, что я просто сама себе решила написать на Великий пост молитву Ефрема Сирина. Это так называемый горячий батик, когда по ткани пишется горячим воском расплавленным. В творчестве художницы не только роспись по тканям, но и создание ковров из шерсти. Тематика та же, православная, но, глядя на эти работы, их сложно назвать просто коврами. Делается точно так же, как валялись в старину валенки. При помощи щипленной шерсти, мыла и человеческих усилий. Главный посыл выставки «Ткань бытия» – приобщить людей к православной культуре, которая является основой русской культуры. Эту идею поддержала искусствовед Вера Калмыкова, которая уже не первый раз привозит в наш округ выставки мастеров высокого уровня. Философы 18 века, эпохи Просвещения, говорили, что есть две книги. Одна книга – это, собственно, творение Божие, вся наша земля – это одна книга. Вторая книга – это Священное Писание, которое уже написано на языке человеческом. И вот эту мысль, что эти две книги бытия существуют, и что они едины в этой ткани, я и хотела донести. На выставке представлено более 20 работ. Экспозиция «Ткань бытия» в городском выставочном зале будет работать до 19 февраля.